последнее время шмотки становятся очень дорогими, и поэтому проще купить китаянку, чтобы она вам сидела и шила. Скажи ни хао. Ты чё, охренел? А ты чё, по-русски понимаешь, что ли? Он варил пельмени и достал один, чтобы проверить, сварились они или нет. И когда разрезал, пельмень оказался не с мясом, а с картошкой. Твою мать, ты чё так пугаешь? Ё-моё, я сейчас вообще не усну. Женимся, когда у меня будут только длинные волосы до попы. Угу. И можно съездить в салон. Ты мне дашь денежку, и я нарушу себе волосы. Съездим в салон, сделаешь себе каре. Если ваша девушка фигово готовит, помогите ей. Икс посолить. Игрек поперчить. Да пошел ты! Б рот закрыть. Да ты че? Кис, ты у меня такая молодец. Чё, Женя? Блин, чё там? Так иди посмотри. Мне страшно. Проблемы с доступом... Да заткнись, ебал ты уже со своим доступом. Это кот. Я не просто картинки смотрю. Чё, вообще дурак, что ли? Я фиг знаю, как я сюда зашел. Кит, а зачем девушке на голову полотенце наматывать? Чтобы волосы быстрее сохли. А чё ты на губу не наматываешь? Чё ты? Тихо, не бей! Лучше, Люда, сходи, губу поври. Зай, пишут, что ты талантливый. Покажи, что ты умеешь делать. Теперь без рук. Не надо. Да, не надо. Блин. И как сейчас машину найти, куда я ее припарковал? Зай, ты нищеброд, у тебя нет машины. А, точняк. Слава богу. Кис, я пришел. Подожди, не раздевайся, мусор выкинь. Зай, ты меня любишь? Ну, так скажем, ты меня не бесишь. Да, люблю. Кис, я хочу тебе признаться, но не знаю, как слов подобрать. В общем... Любишь? Да не перебивай! В общем, я стульчак обчирикал, извини, пожалуйста. Блин, опять! Да успокойся! Кис, а тебе тефтельки оставлять? Скажи нет, пожалуйста. Да! Кис, а их уже не осталось. Кис, да. Как дела у самой красивой девочки на свете? Хорошо. А ты откуда знаешь? Ты чё? Некоторые думают, что моя девчонка со мной из-за бабок. Кис. Да. Вот тебе 15 косарей. Скажи, что это не так. 3, 4. Это не так. Молодец. На еще дичбас. Кис, ты уже полчаса смотришь историю моих сообщений. Что там хочешь найти? А что ты так нервничаешь? Да мне вообще пофиг. Угу.